Всем привет, дорогие друзья, из солнечной, волшебной, прекрасной, летней, уже по-настоящему летней Алании. Сегодня мы с вами находимся, как вы думаете, где? Я думаю, что вы прекрасно знаете, что это пляж Клеопатры. И многие из вас просили меня сделать обзор о ценах на туры в этом году и о том, какие туры есть в этом году в Алании. Так вот, сегодня мы идем в агентство Винт, владельцем которого является Кемаль. Вы его уже знаете, он прекрасно говорит на русском языке. И агентство находится совсем недалеко от пляжа Клеопатры. Мы находимся на знаменитом перекрестке. Здесь находится отель Аладдин. И если вы переходите на противоположную сторону, доходите до отеля Агора, и прямо напротив отеля Агора находится агентство, экскурсионное агентство Винт. Также у них есть аренда велосипедов, скутеров и автомобилей, о чем многие из вас тоже меня спрашивали. Поэтому в описании к этому видео смотрите все контакты Кемаля, его WhatsApp. Можете задавать ему вопросы напрямую еще до приезда в Аланию. Ну а сейчас мы отправляемся с вами куда? На пляж Клеопатры смотреть на море. Вот такая вот красота у нас, друзья, здесь, в Алании. А сейчас, после того, как мы наслаждаемся с вами минуткой моря, давайте отправимся в экскурсионное агентство Кемаля, узнаем, что, какие туры они представляют. Ну и, конечно же, когда вы приезжаете в Алании, не забывайте ездить в разные туры и наслаждаться красотами не только Алании, но и Турции. Обязательно съездите в Памуккале, обязательно в Каппадокию. Ну и не забудьте про яхт-тур в Алании для того, чтобы искупаться в кристально чистом, красивейшем Средиземном море. Здравствуйте, уважаемые гости, меня зовут Кемаль. Добро пожаловать в наше агентство Wind Travel. У нас есть экскурсии, аренда машины и мотоциклов. Разные экскурсии. Есть у нас джип-сафари, квадроциклы, рафтинг, памуккале. Исторические у нас и по Алании экскурсии у нас есть. Есть у нас в аренде и машины, и мотоциклов. Велосипеды тоже в аренду дается. Велосипеды тоже даем в аренду. По ценникам велосипеды мы в сутки даем по 50 лир в сутки. За счет машины тоже там у нас, смотря какая марка машин, получается начало у нас ценник получается с 35 евро. И мотоцикл у нас стоимость с 15 долларов начинается. Вот тоже наши туристы, они тоже вот были на экскурсиях, ездили, как бы вот, они все тоже посещали экскурсии, съездили в Грин Каньон, они тоже были на экскурсиях, можете вот, например, откуда вы, тоже скажите, откуда вы, откуда? Приехали. Да, откуда приехали? Из Москвы. Москва, Барнаул, Пермь, Владивосток. Мы очень любим передвигаться самостоятельно. Мы брали здесь велосипеды, ездили по 40 километров и изучили ну, весь этот район. Брали мотоцикл или скутер, он называется. Вот, тоже были на высотах, на панорамах. Ездили. Айла-Палань, да, ездили в ресторан «Панорама». Попробовали турецкий завтрак, очень впечатлил. Ну, нам хочется сказать наши эмоции. У нас очень положительные эмоции, связанные с тем, что мы пришли, нас встретили как родных здесь, очень приветливо. Здесь хороший такой факт, что работает карта МИР, да, в связи с тем, что немножко напряженная обстановка. Картой МИР можно здесь расплатиться, очень хороший курс. Ребята здесь, у них энергетика очень положительная. Как бы я могу много рассказывать. Завтра едем положительного. На Грин Каньон, экскурсия, завтра поедем. Да, да. Готовимся, да. Морально. Да, очень важно еще, что они знают, допустим, для нас важно, что они знают русский язык. Да. Хотя у нас там, я русский, она украинка, там, допустим. Но она по-русски с удовольствием говорит. Всем привет! Главное дело, что у нас объединяющий фактор, это вот этот вот, вот эта точка. Да, очень которая... душевные, мы с ребятами познакомились первый раз, когда мы были, мы арендовали байки и как бы начали общаться, они нам подсказывали места, куда можно прокатиться, и после этого мы
воспользовались ихними предложениями. Вот съездили, вчера мы были в Грин Каньон, покупались, позагорали, очень покушали. Очень красивое место. Весело, да. Очень. Завтра хотим посетить, как они называются, да, на машинах, да. Джип-тур, да, хотим тоже съездить. Интересно, ребята предлагают как бы хорошие цены. Работает карта МИР у них по терминалу, это очень удобно. Друзья, от пляжа Клеопатры до агентства Винт, ну, буквально 100 метров, то есть пляж Клеопатры находится прямо в конце вот этой дороги, и агентство Винт находится напротив отеля Агора. Не забывайте опять же о том, что в описании к этому видео есть все контакты Кемаля, самое главное его WhatsApp номер, на который вы можете писать до приезда, еще до приезда в Турцию, и получить всю необходимую информацию по турам, забронировать или узнать цены. Это получается амфитеатр Аспенес Асиде. Здесь вот амфитеатр, получается, это здесь это Святого Николая. Подземный город, на корабле катаешься. Вот, уважаемые, у нас разных городов, у нас туристы приезжают с разных городов. Много экскурсий здесь, джип-сафари, Сападери каньон, там Грин каньон, исторические экскурсии у нас, амфитеатр Сиде, Каппадокия, Памукалия. Все экскурсии у нас здесь есть. Кемаль, сколько ты работаешь уже в туризме? В туризме я уже 12 лет. 12 лет? Да. Прекрасно говорит по-русски, поэтому, друзья, если вы обратитесь в агентство Кемаля, у вас не будет никаких проблем с тем, чтобы забронировать тур, купить или узнать какую-то информацию. Первый вопрос. Какие туры есть у вас в Алании? Что интересного и, самое главное, что ты посоветуешь в этом году? Что бы я посоветовал? Здесь по Алании у нас есть экскурсии Сападери каньон, джип-сафари, Грин каньон, обзорная Алания, прогулка на корабле. Угу. Все очень эти экскурсии. Это экскурсии по Алании. Угу. А есть еще за пределами Аланину, там Памукалия, историческая Памукалия, Каппадокия, Святого Николая. Это в сторону Демре? Это в сторону Демре, ага. Да, Демре Миракекова, Святого Николая. Это угу. Экскурсия на яхте, это тоже вот каждый день это экскурсия, тоже прогулка с 9 часов, с 9.30 до 3 часов. Угу. Прогулка на корабле, там по крепости, в открытом море, в порт. В общем, развлечения, купание в открытом море, друзья, да. То, что я вам и говорила, тур на яхте – это просто самое лучшее, что может быть. Какие цены сейчас на туры на яхтах? Туры на яхте сейчас у нас в стоимости $25. И да, что входит в стоимость? В стоимость входит, получается, трансфер, бесплатный трансфер, прогулка на корабле, обед, питание, напитки. Включены кола, фанта, воды, это все включено, кроме алкогольного. Алкогольное это уже идет отдельная плата. Отдельно. И, кстати, один из популярных туров Green это Canyon. Тур Грин Каньон. Что здесь входит? Грин Каньон. И где он находится? Грин Каньон в сторону Анталии ехать отсюда. Это с Алании где-то 40 минут туда ехать. Получается тоже каждый день это экскурсия с 8:30 утра до 5 часов. Здесь вот отвозят с группой вместе, приезжаем в Грин Каньон, посещайте смотровую площадку Грин Каньона. Там очень прекрасная природа. По Грин Каньону там будет 1.5 часа прогулка на корабле, купание, в ресторане обед, зоопарк там будет. Сады апельсиновые заходят в сады, там опробуют фрукты наши, турецкие. И часом к 5 обратно они возвращаются. Обратно там, да, в каньоне там могут на катамаранах кататься, это все бесплатно. В какую стоимость этот тур в Грин Каньон? Грин Каньон стоимость у нас $30. И один из популярных туров это Сападери, Сападери, да? Каньон. Еще у вас есть джип-сафари. Джип-сафари тоже есть. А что еще по Алании именно? По Алании. Обзорную Аланию могут посетить, например, крепость, смотровая площадка. Это по обзорной Алании. Сападери каньон, это тоже очень прекрасная экскурсия. Также каждый день с 9 утра до 4 часов. Там забирают отсюда, ну, примерно отсюда, ну, с Алании 15-20 минут. С отелем забирают? Да, с отеля, с отеля прям забирают. Там тоже большие водопады, купание там будет в самом каньоне, там тоже очень красиво. Обед также включается в этом экскурсии, кроме напитков. Напитки уже идут там отдельно. И в какую стоимость тур с Сападери? Сападери каньон стоимость 25. $25. $25. И еще вот популярный квадроцикл. Тур, квадроцикл, вот прям многие хотят. Что в этом туре, где вы катаете? На квадроцикл, это получается сторону, это в Авсаларе. В Авсаларе. Да, это в горах. Это каждый день, это тоже у нас экскурсия, в день мы делаем два раза. Утром с 9 утра, и есть после обеда. С 3 часов. Получается, сама экскурсия длится 3.5 часа.
Mm-hmm. На самом квадроцикле они катаются 2 часа, а остальное время уходят на сервис, отходят, привозят. Mm-hmm. Там тоже купание есть на квадроциклах, с группой вместе идет очень прекрасная красивые экскурсия. Места, прям красивые очень места. Красиво. Ага. И сколько такая экскурсия стоит? Квадроцикл теперь они могут взять по-разному. Могут один квадроцикл взять на одного, могут один квадроцикл взять на двоих. Mm-hmm. Один, а, да, даже так? Да, ага. Один квадроцикл берут, если на одного, это будет стоимостью... $25, если один квадроцикл будет брать на двоих, это ага. получается уже $40. В описании к этому видео смотрите список всех туров, которые есть, и стоимость туров на данный момент. Друзья, не забывайте, что стоимость может меняться в связи с курсом, поэтому обязательно актуальную стоимость тура спрашивайте напрямую у Кемаля по WhatsApp. Кемаль, самое главное, что есть ли у нас какая-нибудь скидка и всем, скидка, например, конечно. Нашим зрителям, есть ли скидка? Конечно, и Сарасаси Шоу, там если будут писать, от нее будут скидки хорошие. Течение этого, ну, еще я что я хотел сказать, у нас есть еще трансфер, шаттл-трансфер. Ага. И на самолеты билеты, и шаттл-трансфер. Кто ага. хочет приехать, мы можем организовать шаттл-трансфер с Анталия. Ну, это с аэропорта до отеля, либо до квартиры. Да, и с отеля прям в обратный в аэропорт мы делаем трансфер. Угу. Скажи, пожалуйста, а в этом году есть у вас, например, туры в Манавгат на... Есть, Манавгат есть, амфитеатр Сиде, ага. Аспенда Сиде тоже ага. есть. А рафтинг есть? Рафтинг тоже у нас есть. Так, сколько рафтинг... в этом году рафтинг стоит? Рафтинг в этом году $25 у нас стоит. Да. Угу. Ну и самое главное, это многодневные туры. Это каждый день, это каждый день. По Мукале и по Каппадокии. Каппадокии, да. Каппадокия двухдневная экскурсия, потому что далеко туда ехать, и по Мукале тоже отсюда далеко, 380 километров. Что по ценам в Каппадокию и по Мукале? От скольки начинаются цены, например, в этом году? От скольки? Каппадокия у нас сейчас в этом году стоимостью двухдневная Каппадокия стоимостью $100. Это на два дня. Это получается полностью отель включено, питание, все это будет включено, кроме воздушного шара. Воздушный. Кстати, да. очень многие спрашивали про воздушные шары, и если кто-то захочет, может также обращаться, организовать, да. Да, Кемаль может организовать. У тебя было день рождения вчера, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо. Как посетили на экскурсию на день рождения? Да, благодаря ребятам, мы хотели как-то по-особенному отметить мой юбилей. Они нам посоветовали съездить в Зеленый каньон, нам очень понравилось, очень живописное, красивое место. Покупались, позагорали, на яхте покатались, нас там накормили, предложили несколько блюд на выбор, кто курицу, кто говядину, рыбку, очень вкусно. Вот. Ребятам прям вообще огромное спасибо от души. Также мы у них брали в аренду мопеды. Это очень мобильно в Алании сейчас, то есть очень... Ну, все очень понравилось, и самое главное, что очень адекватные цены, и они всегда делают очень приятные скидки. Очень все оперативно, очень все так весело, задорно, приятно, по-русски общаются, всегда угостят чай, кофе, так что по всем вопросам можно вот спокойно и смело обращаться именно вот сюда. Спасибо вам большое. Рыбалка, экскурсия на рыбалке, это и релакс-тур, и морская рыбалка. Тоже это в неделю, получается, 3 дня сейчас. Понедельник, среда, пятница, тоже каждый в неделю 3 дня делается. С 9:30 до 3 часов рыбу ловят, там купаются, обед там у них тоже включено. Могут взять с собой. А что касаемо параглайдинга, очень многие спрашивают, также и параглайдинг. Есть ли у вас такие? Есть параглайдинг. И сколько стоит он в этом году? Параглайдинг сейчас у нас стоимостью $60. $60, да. Тоже это каждый день, в любое время могут полетать, либо утром, либо в обед, после обеда. Также сервис забирают с отеля, отвозят в горы, оттуда с инструктором вместе вылетают, и смотря какой ветер. В течение, ну, это полет 15-18 минут длится, и посадка получается пляж Клеопатра. И также забирают оттуда и отвозят в отель. Друзья, напишите обязательно в комментариях, в какие туры вы уже ездили, и обязательно напишите, куда вы еще хотите поехать. Я, например, в этом году хочу поехать, это яхта, например, это обязательно, потому что купание в открытом море, это очень-очень красиво, и рафтинг.
очень хочу рафтинг. Уже сколько лет я нахожусь в Турции, я все не могу никак съездить на рафтинг. А на все остальные экскурсии, Зеленый каньон и все остальное, мы ездили, это очень здорово и очень классно. Поэтому, когда вы приезжаете в Аланию, в Турцию, каждый раз старайтесь съездить несколько туров, да? Да. Например, один тур выберите. Если вы приезжаете на неделю, например, один день по Алании, один день, например, Манавгар. И если у вас много времени, Гринь, куда? Можно и в Каппадокию на шары, тоже съездить. Поэтому обязательно напишите в комментариях. Ну, а я надеюсь, у нас в этом году будет время, чтобы съездить. Кемаль, а ты куда любишь ездить сам? Вот что тебе нравится? Мне твои любимые экскурсии? Экскурсии мои. Сападери каньон там тоже очень прекрасно. Гринь каньон, на джип-сафари, на море. Они очень прекрасные экскурсии. Джип-сафари, да. Да, и, ну, как бы я сам с Памуккале, но... Вот ездим тоже каждый сезон, как работаем тоже, или в Сападери каньон, или в Гринь каньон, каждый год мы едем туда, потому что очень прекрасная природа, и вам посоветую съездить туда, вы будете очень довольны. Да, друзья, на самом деле, сколько бы ты ни жил в Турции, сколько бы ты сюда ни приезжал, и сколько бы мест ты ни посещал, всегда остается что-то. Обязательно подписывайтесь на Facebook, на Instagram, на социальные сети. В описании к этому видео будут все ссылки. Ну и, конечно же, когда приезжаете в Алани, посещайте классные места со скидками от Кемаля. Конечно, скидки это будут. С Анастасией Шоу, кто будет обращаться, звонить, писать, им скидка будет. Да, поэтому, друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео, что вы будете проводить свое время с удовольствием в Алании. Добро пожаловать в Аланию, в Турцию, в прекрасные места. Отдыхайте с удовольствием, будьте здоровы. Приходите в агентство Wind Travel к Кемалю и отдыхайте с удовольствием. И еще за счет шаттл трансфера тоже пусть не забывают, потому что мы шаттл трансфер, как говорили, организовываем. Угу. Если хотите приехать, вы просто нам пишите на WhatsApp. Да, ага. Или номер своего билета скидываете, вам вас прямо с Анталии с аэропорта встречают и до отеля вас доводят. С Анталии, а с Газипаши? С Газипаши из тоже. Из Газипаши и с Анталии тоже есть. Угу. Поэтому у ребят есть полный сервис. Автомобили, велосипеды, мотоциклы, мопеды, да, трансферы, все есть. Обязательно пишите Кемалю, приезжайте в Аланию, в Турцию, наслаждайтесь. А мы с вами прощаемся. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.